Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас на обзоре светодиодная подсветка для видеосъемки. Заказывал ее на AliExpress. Пришла она вот в такой вот упаковочке. Вот как мы видим, имеет она два режима температуры световых: 5400 Кельвина и 3200 Кельвина. Регулировка яркости 96 светодиодов. Так, здесь у нас мы мощность нигде не увидим. Нет, мощности здесь. Ну ладно, давайте мы ее вскроем. Откроем. Ну, как видите, ее можно устанавливать как и на камеру, так и на фотоаппарат. Ну, можно и на штатив просто, подсветка. Так, упакована она у нас такой вот чехольчик. Здесь у нас инструкция на китайском языке. И вот такая вот какая-то брошюрка, наверное, китайская гарантия. Ну, так, давайте эту коробочку уберем. Достанем саму лампу. Вот так вот она выглядит. 96 светодиодов. Имеется крепление. Вот такое вот. Регулировка яркости. Кнопочка включения. Так. Здесь у нас светофильтр, который просто одевается на магните. Очень, очень даже удобно выполнено решение это. Здесь так же само. Так, что у нас здесь еще? USB, не знаю для чего, наверное, какой-то аккумулятор можно вставить. Питание у нас от 4 батареек типа 2А. Да, вот видно два разъемчика. Это, наверное, под какой-то литиевый аккумулятор. В инструкции мы это не найдем. Ну, хотя можно будет попробовать подключить от USB, будет она работать или нет. Ну и так, давайте, наверное, начнем. Включим и посмотрим, что оно из себя представляет. Ну и так, сейчас попробуем ее запитать от пауэрбанка, ну или просто от зарядного устройства, будет она работать или нет. Итак, вставляем микро-USB разъем. Так, вставили, включаем пауэрбанк на 12000 мАч, который тоже есть в моих видеообзорах. Так, включили. Угу. Ничего у нас не происходит, хотя зажегся светодиод, похоже как на зарядку. Так, что ж мы можем проверить? Мы можем проверить на вот этих клеммах питания и какое напряжение. Сейчас мы возьмем прибор и проверим. Ну и так, подключаем мы его снова. Так, включаем, зажегся светодиод, смотрим. Да, какое-то напряжение есть, и это похоже как только на зарядку. Вот 0,12 вольта, даже очень маленькое. Так, понятно. Все, это значит у нас идет на отдельный, это нужно покупать отдельный аккумулятор литиевый. На батарее вроде бы заряд не идет. Но еще раз мы проверим. Именно если сюда поставить аккумуляторы типа 2А и заряжать их от USB. Сейчас мы проверим. Скорее всего, что, конечно, нет. Так, по нулям. Нет, хотя есть. Есть, идет 0,5 вольта напряжение. Значит, аккумуляторы, может быть, и зарядится. Но это все нужно проверять. Так, ну мы проверили, что от USB он не работает. Давайте, наверное, сейчас поставим сюда батарейки и посмотрим, как он светит. Так, включено, выключено. Так, вот у меня есть 4 батареечки. Разные, правда. Ну, проверить
думаю, хватит. Так. Вот, мы вставили батарейки, закрыли крышечку. Очень, кстати, все легко и удобно сняли, закрыли. Итак, включаем фонарь. Вот, смотрите, как ярко светит. Ну, глазами, конечно, не посмотришь. Или вот так вот можно глянуть, да? Так, вот мы можем регулировать яркость. Ну, на фотоаппарате автоматическая настройка ISO идет. Ну, как-то яркость мы сильно не посмотрим. Ну, можно видеть при резком включении. Оп. А там уже автоматическая вот. Автоматически настройка самого ISO. Значит, что по регулировке? Регулировка, ну, не плавная. Можно подрегулировать, но нужно медленно вращать потенциометр. Вот, видите, как. Вот. Ну, если вот быстро крутить, ну, подобрать освещение, которое вам нужно будет. Вот видите, даже вот при такой яркости, вот, как заметно становится, ну, намного светлее. А можно сделать вообще ярко. Ну, вы не увидите то, что камера автоматически регулирует ISO. Ну, можно вот так вот видеть, да? Вот. Вот. Так, ну что еще хочу сказать. Данная лампа может даже пригодиться где-то и на рыбалку. Где-то что-то подсветить. Очень яркая, можно сказать, очень яркий фонарь. Такой, что на него просто не посмотришь. Так. Ну все, всем спасибо. Ссылочку на данную лампу я оставлю под видео. Покупайте все с кэшбэк, советую, экономия на те 7-18%.